В администрации края сегодня подвели итоги экономического развития региона за первые 6 месяцев года. Совещание провел губернатор Александр Ткачев. В нем приняли участие его заместители, министры, руководители предприятий. Главы районов выходили на связь в режиме видеоселектора. Как отметил Александр Ткачев, предыдущие 7 лет крайне просто строил Олимпиаду. По сути, в регионе создавали новую экономику, независимую от какой-либо одной отрасли. Сегодня успехи есть даже там, где регион не был традиционно силен, например, в промышленном секторе. По итогам первого полугодия 2014 года кубанские промышленные предприятия произвели товаров почти на 350 миллиардов рублей. Это первое место в ЮФО. Сейчас Кубань по этому показателю опережает своих промышленно ориентированных соседей – Ростовскую и Волгоградскую области. Согласитесь, еще лет 20 назад любой бы сказал, что это предмет фантастики. Сегодня наибольший потенциал у Лабинска, Армавира, Апшеронска, Приморско-Ахтарска, Тамани. Для каждой из этих территорий была разработана своя концепция с учетом их специфики. И в целом к 2020 году доля промышленности в структуре валового регионального продукта должна вырасти в 2 раза. Уверен, этому будет способствовать и разработана краевая целевая программа индустриализации Кубани, которая нацелена на создание современных предприятий, модернизацию уже существующих, субсидирование процентной ставки на приобретение оборудования и подготовку квалифицированных узких специалистов.